Итак, рыба в новостях. Сегодня обсудим схему верстки новостного выпуска. Вот, например, рот рыбы. Это приветствие ведущей, оно должно быть оригинальным, но лаконичным. Также плавник рыбы. Это гвоздь нашего выпуска, мы над ним стараемся, работаем, делаем его также оригинальным. Также рыбу можно соединить и с построением сюжета. Рыба. Рыба. Когда невольно произносишь слово «рыба», в голове сразу же мелькают представители богатого подводного мира Дальнего Востока. Сейчас побережье Тихого океана населяют порядка 4000 видов рыб. Кита, кижуч, чавыча, нерка. Рыба большая и полезная. Сегодня ее сможет попробовать каждый березняковец. Например, уже готовую слабосоленую или копченую рыбу, которую технологи коптили по 8 часов в больших печах на свежих и ароматных опилках. Это очень хорошая рыба. Я здесь покупаю, хоть она есть душою, а на рынке я покупаю, она вся разлаживается. Здесь хорошая, здесь всегда хорошая. Стейки покупаем, ну, чтобы там супик сварить, пожарить. Потом корюшку, но это ее нынче нету. Потом, ну, и чавычу берем, белорыбу, туда все берем. Свежемороженая рыба представлена исключительно в вакуумной упаковке. Как отмечают специалисты, срок годности рыбы при таком хранении увеличивается, а время на раздел и готовку продукта уменьшается в несколько раз. Еще один важный плюс – отсутствие запаха. Рыба не повредит другим продуктам в вашем холодильнике. Рулет горячего копчения – это рыбное ассорти без единой косточки. Содержит несколько видов рыб, это белорыбица, чавыча. Очень красиво и очень вкусно. В каком именно виде есть рыбу, право ваше. Но, как отмечают медики, этот полезный и богатый аминокислотами продукт в рационе быть должен. Причем как у взрослых, так и у детей. Главное, выбирайте качественную и свежую рыбу. Чтобы не прогадать, обратите внимание не на поставщиков, а на производителей. И не забывайте проверять документы на товар. Рыбак Камчатки, как и прежде, расположился только в ДК имени Ленина. Екатерина Зибзеева, Сергей Александров. Новости Верхнекамья. Yeah.